что ты считаешь это лучше? Например, там здание какое-нибудь красивое. Beautiful building. Да, это да, это правда. Архитектура, это хорошо, лючи, парк, дороги, это хорошо, все хорошо. Парк. Ну, севере Европы много, а юг немного, потому что очень жарко там и как много погода, как дезертик. Не понимаю. Я можно отвечать? Нет, там мы живем в одном полушарии, поэтому там тоже сейчас день. А вот, например, в Австралии сейчас ночь. Потому что я не вижу. А Европа это день. Ну? How did you come here? By train, by plane? Автостоп? Автостоп. То есть на машине. Как? Не. Lamborghini много, на итальянском Lamborghini. Много, надо много денег. Но у меня нет. Конечно, есть. Есть богатый человек, который есть Lamborghini. Что вы могли сказать об итальянском футболе? Что я могу сказать? What can you tell about Italian football? Я думаю, вы знаете все, но ТВ есть. Ну, Италия футбол, я думаю, неплохо, ну, Италия это... Не... Как? Russia beat you. I don't know, maybe it was the championship, where Italy lost Russia. Когда? Я не знаю. Before the Europe championship. Я не знаю сейчас. Может быть, я не знаю. Как? Хоккей. Не. Бокс? Не. Только футбол и волейбол and теннис. Ты можешь повторять? А спорт? Я занимаю... Я не знаю, как сказать по-русски. Не, автостоп это не спорт. Клаймбинг. По горам. Скалолазание. Да. Альпинизм. Зимой, да? Зимой? Не. Все год можно. Не надо снега. Альпинизм есть снег и как рок. Температура сейчас? Да, 25, я думаю. Плюс 25. Да, плюс 25. Играет? Have you been to some mountains in Europe? Да, конечно. На каких? Много. Европа много гор. Много гор. Все? Все здесь. Горы. Здесь много mountains. 4000 метров. Почему у вас не вот так, как у нас? А вот здесь висит. У меня есть, как ты, тоже джинс, нормально. И у меня есть тоже. Это очень удобно. Удобно, когда жарко. Я знаю, но я не думал быть в России в октябре. Я думал быть в России только 2 месяца. И еще 4 месяца здесь. Очень медленно мое путешествие. Ну, когда было лето, было очень жарко в России. А какой город больше всего понравился в России? Ну, even this question, it depends of what you like. You mean like people or the city, like
just the architecture of the city or... Это зависит от того, что вам нравится в городе. Может быть, нравятся люди, может быть, нравится здание. Какое у вас интересно знать? А what did you like in Ижевске? In Ижевске? Ну, я немного видел, я видел центры, ну, красиво центры, немного. Центральная площадь видели? Что? Центральная площадь. Central Square. Да, я видел, я был. А ну, вот так прям там. Конечно, почему нет? Красиво. Ну, мне интересуют люди в России, и у меня... Я встречал хорошего человека в Ижевске, мне нравится. Кто? Кто? Например, он. Еще кто? Вероника и еще много, они не здесь. Улицу видели нашу? Улицу видели нашу? Have you ever lived in the country? Like, not in the city, but in the country. Maybe you... Деревня? Да. Да, конечно, я был. Да, это находится на самом востоке России. Вы знаете, у нас Россия очень-очень огромная, больше, чем Европа. И он на самолете прилетел в Магадан. Из Магадана он едет автостопом в сторону своего дома. Он останавливает машины, едет некоторое время, потом живет в городе у разных людей. Очень-очень интересное путешествие у него, он может рассказать. А Магадан у нас на востоке или на севере? А, северо-восток. Ну, вот Ижевск и вот там, кстати, край России, это восточный. Ну, ты все, я уже сказал, но? No, I think no. Ну, меня зовут Клем, я из Италии. У меня 29 лет. И я преподаватель в Литве, испанский, итальянский язык. Я жил 3 месяца в России, в Питере. И там я работал как преподаватель. А потом я видел, как Россия. Мне было очень интересно смотреть, как Россия. И я думал, почему не путешествовать всю Россию, смотреть всю Россию и учить по-русски и заниматься этим фильмом. Ну, а потом я делал как проект, я думал, как делать, организовать все, и я начинал мой путешествие из Магадана 26 июня. И июня. И сейчас еще здесь. Потом, когда я вернусь в Италию, я буду работать об моем фильме, об этом фильме об России, об русских. И потом я делаю все это, editing этого фильма. И я хочу показать этот фильм в фильм-фестивале в России. Это как мечта. Понятно? Да. Да? Ага. Да. Как тебя зовут? Меня зовут Катя. Катя? И что? Что еще? Да не плачь. Даже было много вопросов, Катя. Меня? Да. Как тебя зовут? Катя. А сколько тебе лет? 14. 14? 13. Ага. Откуда? Ижевска? Да. Ага. А вы? Всего 14? Но? Не понял. Почему ты такие штаны? Ты не пишешь маску? She asked about your trousers. А, мои trousers? Тебе нравится? Почему? Тебе нравится? Да, конечно, мне нравится чем. Да, Билл. А ну как там хоть? Как Билл? Как там хоть было? Нормально. Ну, я был в Марокко, Египте, ну, интересно смотреть. Ну, как плохо.
либо будет другая культура. Туда-сюда по материальным средствам и их не сравнивать, тогда плохо. А если наши сравнивать туда, то там получается... Вода, как есть. Неважно.